чтобы никто не смог обмануть ни с деньгами, ни с документами на Радоницу. От Страстной Пятницы до Радоницы включительно. Принести дар мертвым, высшим силам и Христу на кладбище. Любые дары. Это дар Христу. Это дар Христу. Дар Христу на Пасху. Дар высшим силам и мертвым. И выливаем на перекресток. И после просим в любое время, в любом месте, неограниченное количество раз. Истинно откройся, силой смерти, высших сил Христа, проявись, да мне явись. Те, к кому взывала, услышьте, прошу, заклято. Истина или сразу откроется, или обман сорвется. Читать перед важными событиями. И как сохран, работает до 1 года, после прочитать снова.